Манты – это азиатское блюдо, готовится на пару. Но сегодня, друзья, рецепт, отличный рецепт. Манты будем готовить на сковороде и с картошкой. Получается вкусно, быстро. Короче, давайте начинать. Приготовление начнем с теста. Рецепт очень простой. Нам понадобится мука 0,5 килограмма, чайная столовая ложка соли, друзья. Я ее отправлю вот сюда в воду сразу. 250-270 миллилитров воды. Сейчас будем ее вводить постепенно. И 2 столовые ложки растительного масла. Тесто без яйца. Все. Выливаем и замешиваем. Сразу же добавлю и растительное масло. С моей мукой на тесто ушло 250 миллилитров воды. Вот такое оно. Плотное, но при этом эластичное получилось. Еще немного вымешу, уберу в пакет, либо заверну в пленку, чтобы тесто отлежалось. Минут 10-15. Самое время подготовить начинку. Для нее нам понадобится 350 граммов фарша, 0,5 килограмма картофеля, 1 луковица, 2-3 столовые ложки растительного масла, соль, перец. Берем по вкусу. Картофель и лук нарезаем мелким кубиком. Вот так, друзья. Сюда добавляем перчик, соль, растительное масло. Какое бы мясо вы ни взяли, растительное масло пару ложек лишним не будет. Начинка будет сочнее. И фарш. Все хорошо перемешиваем. И у нас все готово. Все готово, тесто достал и еще раз хорошо вымесил. Теперь отрезаем кусочек. Большой накройте пленкой, чтобы он не заветривался. И вот так вот раскатываем вот такой вот жгутик. Нарезаем на кусочки. Раскатываем вот такую лепешечку, как обычно. Берем ложку начинки, чуть-чуть побольше. И вот так вот я залепляю. Раз в серединку, здесь поджали. И этот край поджали сюда. Оп, соединили. Два хвостика вместе. Еще вот такой вот мантик у нас получился. Игрушечка. Выкладывать манты лучше на полотенце, тогда они точно ни к чему не прилипнут. Все, вот столько теста и фарша ушло у меня, 31 штучка. Отлично, как раз на 2 сковородки. Разогреваем немного масла растительного на сковороде и выкладываем мантики. Один к одному. И точно так же заполняем вторую сковороду. Нагрев максимальный и пару минут зажариваем дно. Нам необходима золотая корочка. Вот она первая, смотрите. Вот такая корочка у нас получается. Отлично, все. Дальше аккуратно, здесь будьте аккуратны, сейчас может стрелять. Заливаем водой буквально на 0,5 сантиметра. Выше дна мант. Накрываем крышкой и варим, уже убавив огонь, 20-25 минут. За водой следите. Если надо, можно немного долить. Отлично. Теперь вы понимаете, друзья, что даже без... Видели, вон какая корочка. Даже без мантоварки вы сможете попробовать этот замечательный рецепт. Вот такие вот мантики на сковороде. Что-то невероятное. Одну сковородку мы уже разобрали. Специально для вас пробую, как будто в жизни манты не ел. Смотрите, насколько сочные. Картошечка, фарш, все готово. И вот это вот внизу корочка, это что-то. За это я люблю на второй день манты из мантоварки. А эти в сковороде люблю сразу и много. Все, друзья, с вами прощаюсь. Рецепт классный, рецепт простой, как все на другой кухне. До завтра. Завтра новый рецепт. Ждем вас в гости, друзья. Пока.